Я вчера узнал, что в игре под названием Cuphead есть возможность проходить ранэнганы, уровни ранэнган в режиме пацифиста. И как оказалось, это даст какие-то плюшки. Ай, гадость, да дай мне прыгнуть-то, что ты не даешь-то? И бабочек, как назло, не летает здесь, розовых. Зачем я узнал вчера про этот режим, дурацкий? Что можно пройти игру, ну, вот этот уровень Run and Gun, не убивая никого. И это будет какая-то одна из буквок. Если все наберешь, то какое-то достижение и плюшка. Хорошо, идем. Есть! Так, аккуратненько. Аккуратненько, я сказал. Есть. Фух. Но расчет у меня был правильный. Исполнение подвело. Ай, почти. Кого терпения хватит больше? Ай, гадость! Дурачок! Да ну тебя! Можно пролететь-то, да? Ладно. А как тебя проходить, интересно? Очень интересно, как это все проходит. Никого не убивая. Нет, здесь надо использовать тактику, скорее всего. Тактику неуязвимого
Ускорение. Дымовая шашка. Да блин, блинский! Может, в ноги ему падать надо? Да что ты делаешь-то, Саня? О-о-о, все. Теперь... Николай, да, это очень классная игра. Она уникальная, наверное, в своем жанре. Нам все в детстве говорили, компьютерные игры, как будто в мультики играешь. Вот, вот где, как будто в мультики играешь. Так, есть шанс. Толстяк и... хот-дог. Ой, дурость, а. Давай! Есть! Посмотрим, что там. Так, посмотрели. А, вот так вот, значит, просто пролетаю здесь. Ладно, будем знать. В рот-то влезай. Я влезем. Да нет! Ладно. Тренируемся. Да! Чувствую, будет веселье. От тебя-то как пройти без урона? Эх, жалко, жалко. А, можно, да? Ну, парируем, значит, все. Все, можно начинать сначала. Короче, два раза на каменной башке получаем урон, остальное должны проходить так. Ой, какая гадость! Клякса, кляксная. Один шанс только.
Ай ты какая штука. Так, здесь аккуратней. Аккуратней здесь. Каменюки. Каменюка. Все, первый есть динозавр. Огонек. Большого перепрыгиваем, парируем. Здесь занимаем позицию правильную. Парируем. Огонек. Парируем. Все хорошо. Позицию! Позицию! Держим! Немножко, немножко даже сикнул в трусы. Так. Ну, почти не хватает писюлечки. Вот писюлечки не хватает. Здесь аккуратней. Хороший шанс. Хороший шанс. Два удара есть. Но я могу все просрать. Я себя знаю. Да! Так, Алексей, спасибо. Ну что ж, еще последний Ранган вроде бы. Шестой. Шестой уровень. Где-то у меня должна была быть вода под рукой, ее нет. А как с тобой драться-то, рак? Раковый. Он так меня и будет чесить весь уровень? На бессмертии? Пять рыбок подождать? Ну, проще. Просто все внимательнее делать, и все реально. Что ты такое есть вообще? Так, что-то мне не нравится. Это ребята эти в конце. Я нажал на кнопку парирования. Хотел красиво сделать. Сделал как обычно. Да что ты делаешь-то?
Три раза на одном козле, а? Ну, Саня, ну что ты делаешь-то в натуре? Заколебал уже. Сколько можно ошибаться-то одно и то же делать? Рыбок он наколотил. А на элементарных штуках не может ничего сделать. Наколотильщик рыбный. Колотатор. Все, утонул? Делов-то. 4 хп. Вполне реально. Ульта еще есть. А-а-а! Нет ульты. Вот когда стоишь, этих рыб ловишь, ты атрофируется у тебя все. Начинает атрофироваться. Замерзают руки и все, надо разогревать. Как профессионалы. Так. Надоело уже. Ну последний уровень и все. Кончатся эти ранэнганы. Давай, парень. Поехали. Да сдуло меня! Он сдувает меня! Ну ты же не с такой скоростью едешь, чтобы... Ну сдувает же! Тут как будто бы гонки, я не понимаю. Ну гонки, что ли, формулы? Чуть-чуть, и все уже, как сумасшедший инерцию набирает этот осьминог с дырявой башкой. Да что? А куда мне влезть-то надо было? Платформа, рыба и ежик. Козлы. Ночь, улица, фонарь, аптека. Бессмысленный и тусклый свет. Живи еще хоть четверть века, все будет так, исхода нет. Умри, и начнется все сначала и повторится вновь как вспять. Ночь, ледяная рябь канала, аптека, улица. Фонарь! Вот он, видите? Ему не бьешь много, он утонет и все. Он в тонусе не держится. Да не держится он в тонусе, блин. Надоело уже здесь. Сколько я здесь уже мучаюсь? Продолжаем. Маленький зеленый козел. Это полный... Ненавижу уже этот уровень, ненавижу его! Рыбок этих уже терпеть не могу. Все. Сейчас нервный срыв будет. Сейчас будет, кажется, конец. Конец Зулика. В прямом эфире. Thank you.
Да ежик козел! Морской! Морской козел, а не ежик. Собака! Пацифист! Еще какой пацифист? По мне слышала, что я пацифист? Все мне пацифист! Где пацифист? Где вы тут пацифист нашли?